Другим новостям. Микроавтобус сгорел в Новосибирске. Для ликвидации пожара пришлось задействовать 2 единицы пожарной техники и 8 спасателей. И что примечательно, этот автомобиль был переоборудован под мобильную автозаправку. Отмечу, такие АЗС на колесах запрещены, однако в Новосибирске становится все больше коммерсантов, которые предлагают купить топливо чуть дешевле, при этом паркуют опасные автомобили чуть ли не на детских площадках. В мегаполисе прошло уже несколько рейдов, но проблема пока актуальна. Чаще всего жители жалуются на подобные заправки, расположенные в Ленинском районе города. Говорят, там торгуют топливом прямо у автобусных остановок и во дворах многоквартирных домов. При этом владельцы такой техники уверяют, все легально, нарушений нет, бензин качественный.